Олег Павел Курс. На втором месте Колизей, на третьем месте Глубинка, тут же Пальма. Бег идет Курс, на втором месте Глубинка, на третьем месте Колизей, на четвертом Пальма, на пятом месте Глубинка, сбоил Колизей. Бег идет Курс, на втором месте Глубинка, на третьем месте Нальчик. Колизей сделал проскачку. Четверть пройдена за 33,8 секунды. Впереди Курс, на втором месте Глубинка. Тут же Пальма. На четвертом месте Нальчик. Бег идет Курс. На второе место вышла Пальма, на третьем месте Глубинка, на четвертом Нальчик, на пятом месте Могучий. Четверть пройдена за 32,3 секунды. Бег идет Курс, на втором месте Пальма, на третьем месте Глубинка, на четвертом Нальчик. На пятом месте Могучий. Лидирует Курс, на втором месте Пальма, на третьем месте Глубинка, тут же Нальчик, на пятом месте Могучий. Четверть пройдена за 33,3 секунды. Впереди Курс, на втором месте Глубинка, на третьем месте Пальма, на четвертом Нальчик, на пятом месте Могучий. Сбоил Глубинка. Сбоил Нальчик. Бег ведет Курс, на втором месте Пальма, на третьем месте Нальчик, на четвертом Глубинка, впереди Курс. А Глубинку никто не играл. Ай. Олег. Да. Татьяна Владимировна Моисеева. Трибунами победителей зимнего приза в честь Ассоциации Содружества Российского Коневодства России и мастер-наездник международного класса Владимир Рубко на жеребце Курса. Курс принадлежит Волгу. Большие теплые аплодисменты нашему победителю, который поднимается на сцену. Также наш победитель получает специальный пирог от компании «Русь Пай». Мы поздравляем!